Центр уличного футбола «Динамо» открыли во Владивостоке. В церемонии приняли участие глава Приморья Олег Кожемяка и другие официальные лица. Губернатор отметил, что совсем скоро здесь будут тренироваться сотни детей, которые станут в будущем отличными футболистами и будут защищать честь края и страны на соревнованиях. Это новый формат уличного футбола, который, безусловно, станет мотивацией для тех ребят, кто решил позаниматься футболом, для тех, кто решил поддержать свою форму, удобно расположен с красивым покрытием, они дополняют спортивную инфраструктуру этого стадиона. Почетные гости мероприятия осмотрели новый центр уличного футбола, где собрались многие начинающие и профессиональные спортсмены края. Ребята, вам всем спортивной удачи, с вниманием и ответственностью относиться к той инфраструктуре, которую для вас создали, и, конечно, занимайтесь спортом. После торжественного открытия на площадке прошел матч «Микс» футбольного клуба «Динамо» и владивостокского филиала футбольной академии имени Льва Яшина. Олег Завьялов, Екатерина Князева, новости на Восьмом.